Вишня украшает наш сад весной своим обильным белоснежным цветением, а летом – яркими ягодами. В этом году большой урожай вишни. И я сегодня готовлю чудесное лакомство для своих внучат – вяленую вишню. Еще обязательно добавляю вяленую вишню к пасхальной выпечке. Количество ингредиентов смотрите в описании к видео. Вишню помыла, удалила косточки, взвесила. У меня 6 килограмм. Засыпаю сахаром. Сахара у меня 2 килограмма 400 грамм. Размешиваю сахар аккуратно, чтобы не повредить вишню. Вишню оставляю на 2 часа. Чтобы сахар быстрее растворился, за это время размешиваю ее не менее 4 раз. Вынимаю на дуршлаг. Сироп из вишни выливаю в кастрюлю и довожу до кипения. Кипящим сиропом заливаю вишню и оставляю до полного остывания. Вишня остыла. Еще 3 раза надо сделать следующую процедуру. Вишню на дуршлаг. Сироп закипятить, залить вишню, оставить до полного охлаждения. После этого вишню вынимаю на дуршлаг, чтобы сбежал сироп. Чем меньше сиропа останется в вишне, тем быстрее она высохнет. Сушить вишню буду в электросушилке при температуре 55 градусов. Вишня высохла. Вишня должна быть гибкой, мягкой, упругой, но не выделять сок. У меня вышло 1 килограмм 900 грамм вишни и 3 литра сиропа.